Спасибо. Вы знаете, мне уже многократно вопросы подобного рода, и прямо такой вопрос задавали ваши коллеги. У каждого человека есть ошибки. Без ошибок ни один человек не живет и не работает. Я воздержусь сейчас, чтобы воспроизводить то, о чем я уже говорил неоднократно, но постараюсь сделать так, чтобы постараюсь сделать выводы из всех своих ошибок, недоработок, с тем, чтобы их было меньше на будущее, с тем, чтобы работали мы все вместе, и я в том числе, эффективнее.